Всем добрый день. Всем добрый день. София готовит папе завтрак. Аккуратно, дочь. Сейчас я ей буду помогать. Спрашиваю Софию, что она будет завтракать. Говорит, я кушать не хочу. Что такое, Зай? Почему кушать не хочешь? Как себя чувствуешь? Все хорошо. Все хорошо? Умничка какая. 4 штучки хватит. 4 штучки? Хватит, хватит. София, смотрите, что тут нарезала овощи, хлебушек. Ну, красотка! Доброе утро. Добрый день. У нас время уже сколько? У меня утро, я просто. 12-й час уже? За 15 лет первый раз так проснулся. Ой, да все, не чеши мне тут. Где дочь? Ты сама пойдешь за молоком? Все, она сама пойдет. Карта есть? Мама, куда карту дала? Сейчас дам карту. Ой, как хорошо в гостиной. Ой, прохолодно. Зоя, у тебя майка мокрая. Соф, а карту? Скидочную. Пап, дай телефон. Вон на зарядке в комнате. Все, доченька приготовила нам завтрак. Посмотрите, нарезала овощи. Ну, вообще прям. Лапусь, спасибо тебе большое. Ты что, вообще кушать ничего не будешь? А ты, может, себя плохо чувствуешь? Нет, не тошнит, живот не болит? Все в порядке? С чем взяла? Пастилу? Яблочная? Клюквое яблоко. Клюквое яблоко? Это нормально? Тут мне тоже не нравится, какая-то она это. Точно все в порядке? Так, ладно, друзья, мы будем завтракать. У нас уже все остыло. Всем хорошего дня. Приятного, приятного аппетита, да. Стоим в такси, ждем. Опять сейчас поедем. А у нас дождик. Маленький так капает. Ну, хоть на улице не жарко, да? Хорошо. Короче, приехал Яндекс.Такси, а мы вызвали такси без кресла, потому что я с Софией езжу всегда, и я ее, ну, ремнем безопасности, а этот таксист сказал, не поеду, нужно кресло, и развернулся и уехал, думаю, ну и ладно, сейчас еще одно ждем. Все. Мам, все-таки я взяла вот эту игрушку. Папин телефон. Соглашайся, пожалуйста. Пап, смотри здесь. Остро. Вкусно? Не остро? Папа хомячит, хомячит. Да ладно. А ты прям не хомячий, ты просто хомячий. Я да. Бургер. Ты мне помогла. Ага. Приятного аппетита. Взаимно. Наслушалась Ютуба. Так, ну что, друзья, мы уже дома. Мы поспали. Искупались. Ну как поспали? Вы поспали? София, да, не спала. София в телефоне сидела. У нас уже, смотрите, поздно. Темно на улице. София пошла, купила себе мороженое покушать. Хочу сейчас это
супик сварить. Смотри, холодный, аккуратно. Заняться нечем нам. Ча-ча-ча, ты Лэм. Да ты Лэм. Ты Лэм. Ты. Ты. Сафай, ты можешь отвалить? Ребятки, вы Лэм. Это Лэм. Ты Лэм. А что у тебя на лбу красненькое? Что-то не пойму. Где? На лбу красненькое. Посмотри на меня. Ну, лоб. Ну, на меня посмотри. Ну, подожди, Зай. Зай, подожди. Софа. Вот так давай. Соф, вот так давай. Ну, давай мне. Ну давай, дальше. Волосы убери. Ну волосы убери, пожалуйста. Опа! Давай. Да, нормально. Пожалуйста. Вау! Слышь, ты надоела уже. Лэм, 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 лэм. Давай мы вот так теперь ты сделай. Опа! Шарик свой. Боишься, что ли? А ты что, не боишься? Ну, я просто не хочу, чтобы все мокро давай, вокруг было. Давай, 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 что-то, давай, кидай. Да он не взорвется. Что делает? Что делаешь? А что такая грустная? Дочь. Дочь. Что такая грустная? Что-то София на что-то обиделась. Соф, что такое? А, дочь? Дочь. Все, тут мимимишки начинается. Все, поговорила с папой? Да. Все нормально? Да. Все хорошо? А что ты опять какая-то без настроения? А? Тебе не идет, когда ты не улыбаешься. Когда ты улыбаешься, ты такая хорошая девочка. Какая-то серьезная. Пойдем посмотрим, что папа делает. Ну, пойдем. В темноте нельзя этим заниматься, Зай. Глазки будут болеть. Пошли, посмотрим, что папа делает. Что он готовит, знаешь? Соф. Какой? Какой-то? Пойдем посмотрим. Пойдем. Я тебе руку протягиваю. Пойдем, Зай. Соф, ну пойдем. Дай мне ручку, пожалуйста. Дочь, пожалуйста, дай ручку. Нет, я хочу твою ручку. Пожалуйста, дай ручку. Нет, дай мне нормально, положи. Зай, пожалуйста. Ну, дай мне на секундочку ручку. Пойдем. Пожалуйста. Пойдем посмотрим, что папа делает. Зачем ты тут портишь? Объясни мне. Я не портишь, я хочу сделать красиво. А, хорошо. Не хочешь понять, что... Хорошо, хорошо. Красота.
взять просто такую крупную картошечку, вот чёрную. Что получится? Смотри, София, холодное молоко. Да улыбайся, улыбайся. Посмотри, усов нет. Фильм начался «Легенда 17». Сейчас будем смотреть. София мне тут всякие вопросики задает. Так что? Давай, что было дальше? Что было дальше или ладьяна? Ну, о, что было дальше? Что было дальше или что было дальше? Классно. Что было дальше? Я так поняла, что это бесконечная игра, да? Что было дальше или... Что будет дальше? Что будет дальше? Что будет дальше или что делать дальше? Что делать дальше? Почему? По кочану. Не понял, не понял, не понял. Ой, Софа. Уже, блин, у нас очень поздно. Время сколько? София, у тебя телефона рядом нет? Нет. Так, а что у меня тут на часах? О, время 5:12. Завтра папе опять в поликлинику ехать. А тоже ехать? Не знаю, Зай. Может быть, сегодня все сделает. Не знаю. Сегодня? Ой. Завтра. Нет еще. Время 5:12. Когда 12 будет, наступит уже завтра. Завтра узнаем, все сделает он или еще надо будет приехать. Ну да. О. А то они как выспятся. Смотри. О. Быки бегут. Ну, какие? О! Корова и быки, корова и бык, они пара. Я худющая. Куда ты тебя влазил? Посмотри, какая я худющая. Сколько стелы съел? Ты какая худющая. Папа, кстати. Мы сели поужинать, у нас время 11:30. Ну ничего страшного, да? Так. Вообще ничего страшного. У нас папа сегодня что-то без настроения. Сварил супчик. Да? Мяско. Как это видел? Что это такое раз? Кто? Мама. А чё я? Покушаем, мы потом перестрелки. Перестрелки будут? Бои? Без правил? Ага. А чё я тебя обидела? Ну, подумай, бабушка. Всё, папа обиделся на меня. Чё ты ему не так сказала? Бай, 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 бай.
Так, ладно, мы будем ужинать. 11:30 ночи, ничего страшного. У нас легенький супчик. Папочка нам сварил. Спасибо большое. Спасибо. Все. Мы покушаем сейчас и будем ложиться уже отдыхать, потому что завтра папе рано вставать, в поликлинику ехать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Да, друзья, всем пока-пока. Пока-пока. Всем до завтра. До завтра.